У этой меры есть три уровня, я бы сказал, три, скажем, грани принципиальных. Первая из них, конечно, скажем так, общественно-политическая, я бы сказал, популистская. Она демонстрирует населению намерение и жесткую линию высшей власти навести порядок в управленческой структуре страны и таким образом бороться с коррупцией. То есть это такая вот публичная оферта. Мы намерены бороться с коррупцией и таким образом взять под контроль личные доходы и личное благосостояние должностных лиц. Вторая составляющая, принципиальная, на мой взгляд, это фильтр, который позволяет реально оценить, кто есть элита, а кто есть наемный работник, причем не связывающий свое будущее с интересами страны, на территории которой он, как должностное лицо и как гражданин этой страны, осуществляет свою деятельность. Если я как чиновник или высшее должностное лицо рассматриваю эту страну не просто как территорию, на которой я работаю, но как настоящую свою родину, как место, с которым связано будущее мое и моих детей, эта мера меня не должна пугать и не должна вызывать никаких протестов. Естественно, что и деньги, которые я зарабатываю, и имущество, в первую очередь, должны находиться здесь. Это естественно. Третий важный аспект. Это, скажем так, участие России в межгосударственных соглашениях по борьбе с коррупцией и противодействию незаконному обороту, так сказать, любых средств. И, разумеется, если говорить всерьез об этой теме, то лица, которые на сегодняшний день занимают высокие посты во властной структуре страны или в околовластных структурах, они, многие, к сожалению, это не секрет, злоупотребляют служебным положением, а потом через какие-то сложные схемы выводят активы за рубеж, тем самым способствуя тому самому нелегальному обороту денег, тем самым нелегальным схемам. Поэтому три составляющих. Первая – популистская, демонстрация населения, что нет неприкасаемых, и мы будем бороться с коррупцией. Вторая мера – это реальный фильтр для чиновников, для того, чтобы понимать, кто патриот, кто не патриот, кто свой, а кто смотрит, так сказать, на страну как на источник доходов, чтобы потом прекрасно жить за рубежом. И третья – прямая демонстрация, так скажем, международному правовому пространству, готовности противодействовать незаконному обороту средств.